Control, это типа фаервола, если не стрелять. Подожди, тут. Мам. Да, у нас 3 БДК. Что страшно? Ёба. ТВРК маг зашел уже. Подтверждайте готовность. Дуду Дипка, Минск. Все готовы. Посад, начинай. Че, кем мне заходить? Зава. Протопал. Сова или Эрдру, как хочешь. Блин, я что, на плач не буду врываться, да? Будешь. Верно или нет? Варенька, тебе плач нужен? Да, он за ним идет как раз. У него там ОХС, ШПР за сотку, Метка, да? Метка в рейде. Не. Я успел. Успел, короче, гимн на стяке. Тогда я на Эрдру зайду. Никон, сова же есть, спекнешься тогда. Никон, не, магом уже нельзя, это сова. Просто побудь в сове здесь. Не, если там какие-то проблемы, я останусь совой. Если у Никона плохая сова. Не знаю, пишет, что сова не дамажит. У нас весь рейд не дамажит. 6-1, нормально. Если есть 4, то 10, отлично. Аврах Бабах входит в игровой мир. А, это ты. Опять на распал забивают. Ник чего? Ну, все те же самые ники, короче. Ник, ну покажи я сову, хоть посмотрю, что там. Топовая сова, господи, даже чешка с сталиком есть. Это. Я могу кайфовым побыть, тут у Тимура кот фуловый. Я таким еще не дамажу. Совы нету. Будет совы. Код фуловый? Да. Подматься. Ой, это шкаф. Даже кольца фуловые, понял. С РС-ки и с РБ. Плаща только не... Ну, плащ, короче, с кораблей одет. Какой лучше? С кораблей? Значит, фуловый. Ну, какой ГС-6-5? 3-8. А, нет, значит, там что-то не хватает. Ну. Так, Тимасон. Так, все здесь бафайте. Лаха, вот, бафа, смотри, друида, каску, крест. Так, давай, кто там рядом с боссом стоит? Вот, Найт, будешь начинать. Билд Берс, твою копию. QV вторую. Джерион страхуешь, капли кидаешь, Сакру. Чек на пул. Ты что, не танчу копи? Посмотришь, как танчат люди, и если что, подстрахуешь. Погнали. Пускай QV ну, учится копию таунтить. Твоя последняя QV, понял? Окей. Только... После второй копии отойди от босса, потому что он будет откидывать миликов и тебя откинет. Поэтому перед третьей копией встанешь на расстоянии и будешь просто ждать ее. Как сейчас видишь, миликов откинул, а РБД нет.
Ну вот, сейчас третья копия, лови. Нет. Поздравляю, ты потанчил. Можешь поставить под этим, под вихрем, посмотреть, сколько урона получишь. Видишь, ты почти умираешь, поэтому надо отбегать от него. Тыкайся в АДК. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Так, все зашли. И начинай. Входит, начинай. Силы были неравны. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная зла. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел. Открыли РК, написали, на кого ролим. Давайте по тактике. Светодар, Гутербол, хилят свет. Остальные все тьму хилят. Четвертая партия остается добивать гелемов, графит, киниш, СС на поле пала, светодар на третьей фазе. Джерин протопал, на него делаем на полный мелкий трэш. На реке сидета. Во тьме танчит Войт Найт и ту гилды. Первая партия остается во тьме на третьей фазе, все остальные партии выходят в свет. Светодар, ты знаешь, что на второй фазе остаешься с БДК, да, захиливать големов? Да? Големов захиливаю, потом, когда там хватает, прожимаю мастера и выхиливаю рейд, когда он выходит на путь. Можно пожелание высказать? Можешь меня с черным лимоном поменять, чтобы я во тьме был? Не против? Чёрный лимон? Ну, с кем, короче, Светодар, наверное, первый раз хилит. Я как бы беспокоюсь, что... Нет, он убивал Рэс Сил Сов Бразерс. А ещё, короче, оба шамана почему-то с тотемом. На быстрину, я не знаю, это профитный или тут. Блин, не могу найти фласку. А я менял тотем, ну... Типа, я меняю по-разному. А, давай кстати, тогда ты в свет пойдешь, окей? Потому что кто? Я в свету там пару раз только хилил, и что-то хреново было тогда все. Отлично, я самое время сейчас это попробовать. Так что ты остаешься в свету. Черный лимон во тьме. Так. Так что у него со спеком? Нету природной стремительности, это плохо. Потом качаешь. И силы прилива нет, тоже плохо. Так, на чем остановились? Четвертая пати остается добивать големов. Никон, посмотри. Ты в четвертой пати. Светодар. В свету на третьей фазе остается танчить гилд. Но ты на первой фазе кидаешь частицу на Войт Кнайта. Но Войт это големов танчит. Или у вас как? Да, на первой фазе. Гилд танчит босса и голема на третьей фазе. А, я понял.
Все хорошо. Так. Заходите за Ленью, и все подтвердили, почему ты че. Кто во тьме диспелит гомеопатия? Ну вот это я забыл сказать, кстати, да. Гомеопатия диспелис во тьме, тут типка в свету. Гомеопатия по диспелишь еще первую фазу, пожалуйста. Только диспель нормально. Человек убегает до стенки, ты диспелишь, он возвращается вот так. За все слаки ГП будет накидываться. Технопул. Свет квадратик. Тьма звезда. Все готовы, Гилд, можешь начинать. Все стоим, ждем, пока танк наагрит босса. Звезда уже бежит. Никчем, становись в квадрат перед метеоритом, чтобы я не кидал тебе ГП. ЮВ, выноси метку к стене. Не туда выносишь, ее надо назад выносить. Ты выносишь ее вправо. Больше так не делай. Мы все метки выносим строго назад, понял? Вы уже в рейде, отошли в квадрат. Бьем Халиону точечно. Графит, выноси метку. Видишь, как графит вынес метку? Вот так надо выносить. Понял? Светодар, частицу кинь. Вижу. Милики, мелкий трэш залейте. 60 тысяч урона. Войт во тьме танчит? Да. Вутербол, выноси метку. Встали в квадрат. Сейчас будет метеор. Побежали. Смотрим лужи. Уже в рейде. Встали в квадрат. Вот, не заходи, жди, пока лужи пропадут, потом зайдешь. ЮВ, выноси назад метку. Да, вот так. Так уже лучше. Кидай лужи на трэш и доты, и трэш и босса. 2% до переходки. Давайте 1%. Крик на ХП не забудьте. Пинга, давай крик на ХП. Минск диспел. Отлично. Выйдите с лужи. Заходи, Войд, прожимайся, рейд зашли. Бейте большого голема 4-й пати. Дойдите за меткой, там метка по свету разлилась хреново. Кто-то плохо диспелит. Там боковский пэд диспелит. Никон, подымай QV. Я заслакал. На портал прожал. Блять. Хилю Гилда сам. Не, падаем. Я захилю что-то. Не, это ГП. Падай, да не захилю. Конечно, что ты захилишь. Ну, давайте зайдем уже. Вот лохики, на. Я вообще не понял, чего умер гомеопатия. Он стоит, стоит, бах, в духа превратился. Ты тогда же говорил тебе, что надо оставаться в свету. Я не специально прожал. Я возле портала стоял, когда не доставал. То есть, ну, так и просто послал. Графит, это графит точно диспелил? Не точно. И посмотрим, Брэнска диспелил. Есть там дом, у меня его нету просто. Вот это мой пет, но не снит автокаста и КД не было. Я не знаю, как это объяснить. Багается его надо иногда. Багай, вот как это объяснить. Как объяснить? Как? Не бей, просто с собакой, и все будет хорошо. Да, это собака здесь полила, Минска. Ладно. Включи, выключи. На первый раз не будет тебе. А Гемай Пати чего умер? Я не знаю, на самом деле, не могу сказать. Ладно. Светодар что не так сделал? Шел я тьму. Зашел во тьму случайно. А. Ладно, человек на пул. Ну какие бабки надо? Так, Светодар, баф. Давайте баф эти рейд. Черный лимон, Аллах Акбар. Все готовы, заходим за линию. Подожди. А ну не все готовы, еще каска не у всех. Вот, не знаю, ты подтвердил, что-то.
Все. Горн, обновите до кашлянки. Так, ну все вроде молчат и все готовы. Делать начинай. Вот назад выноси сейчас. Правильно, отлично. Встали в квадрат сейчас. Метеор будет. Вот. Надо было встать в квадрат. Так бы был метеор в квадрате, а не там. Сейчас. Так, это что-то непонятное было. Аллах Акбар, пресс эту типку. Огненный мяу, Soulfire. Огненный мяу, давай. Забей на трэш, поднимай Soulfire, нам не хватит дамаги. Вставай, Soulfire. По ходу действия бафаем этих людей. Стали в квадрат. Сейчас будет метеор. Пуши трэш, не бить и вливаться в Халиона 83. Ну давайте, все в Халиона. Забили на трэш, играем в Халиона. Лужа течет нормально, отлично. Все в Халиона. Еще 6%. 25 секунд у нас есть. Аллах Акбар, выноси. Лапу интеллект, если не давали. Лапу давал. Отлично. Все, Войд, прожимайся, заходи. Рейд, зашли, 4-й пати, остаемся добивать голема. Кружочек был. Звездочка спала. Сейчас, подожди. Так, а что ты тут делаешь? Заходи во тьму. Юэ, заходи во тьму. Я там бесполезен. Что? Заходи. Ты везде бесполезен. Нет, такого еще не слышал. Ладно. Блин, забыл еще взрывом побить. Куда это можно заходить? Заходить. Сейчас. Смотрите, могу. QE, смотри, сейчас будет метка одновременно с лезвием. Ты выносишь метку назад, но не в лезвие. Смотришь на лезвие. В сторону морды, но не в лезвие, если на тебя кидается метка сейчас. Смотри, как выносят. Видишь? Я еще видел. Графит СС на Светодара, не забудь. Лезвие, встали в квадрат. Там будет тотем какой-нибудь, гимн, что-то такое. На третьей фазе у тебя будет. Где это выноси? Ну блин, там и холи прист, и шаман. Не можешь сесть по монетам. Свет, да, выходим. QV, выходи в свет. Становимся в квадрат. QV, все то же самое, как на первой фазе. Давайте рост в свету. Дудипка, помогай мне бить взрывом разума и диспелли рейд. Далее. Квадрат сейчас будет метеор. Побежали метеор. Во тьме даем рост. Смотрим на лужи в свету. В свету хорошо разлились. Дату типку выноси метку. РДД. Играем большого голема. QV. Давай лужу на трэш и дотай трэш. Аудасиус выноси. Огненный умел прохильте, встали в квадрат. Играйте в Калиона, добивайте трэш. Давай, Никон, поднимай огненного мяу. Побежали, метеор, все очень плохо. Никон, есть БР? Сколько КД?
Графит, выноси метку. Сыграли большого голема РДД. Так, пою гимну ману. Так, ну, падаем. Так, погоди, кота я тоже хилю? Или только двух танков? Дружище, ты кидаешь частицу света на БДК, ну, понятно, и хилишь на сервитка. Твои основные цели это протопал, кот, рога, люди, которые больше всех урона получают, люди с дебафами. Понял? Да, я сейчас не видел вообще прохила пока. Силус в бразерах не так убивает? Там никто урон не получает, что ли? Не, получают, там просто этим занимается. Полипал, тебе тоже замечание. Ты не бьешь правосудием, там, пока не выйдет Иршам в свет, не даст рост и не будете вы хилить вдвоем. Просто сейчас появляется Халеон, ты начинаешь частицу, щиток вешать, правосудие в босса кидать. Я тупо стою без хила. Так там же свет надо кастовать, Холипал. Но он чем-то другим занимается в это время. Ты понял? А? То есть до того, как выйдет Холион, тебе должен висеть баф от света небес. Да, ты... Пока мы стоим, еще ждем Холиона, ты кидаешь частицу на меня, кастуешь один раз свет небес, чтобы он быстро кастовался. Потом, как появляется Холион, ты тупо начинаешь спамить, ну и щиток, священный щит до появления ты вешаешь. Как появляется Холион, ты тупо стоишь, спамишь свет небес, пока не выйдет шаман, не даст рост. Тогда ты уже кидаешь правосудие в босса, там перевешиваешь, такое уже. Понял. Просто так можешь уронить меня, повезло сейчас. Каплю. Да меня. Не, меня. Я бросил каплю потом. И этот шок. Меня застанило хвостом просто в этот момент. Надо чуть дальше стать. Шедеуморн, вставай. Мы с тобой вообще пробегаем дальше всего, потому что мы хилы, там мелкий трэш, он как появляется, он сразу на нас идет. Мы должны стоять за всеми, чтобы, ну, типа, он проходил через рейд и рога там напуливал с антом. Ну это-то да, я имею в виду при выходе на третью фазу. Хорошо, сейчас сделаю так. Все, бафы теряет, все живы. Вообще нормальный паладин, рассудительный такой, спокойный. Не, ну если я в чем-то сейчас... не прав, если я в чем-то не прав, то нужно это исправить. С какой он там гильдии? Пойду туда, если там все такие. Не советую. Нет. Не, с долбоебами лучше, типа, Войда. Ладно. Seals of Brothers. Забавно, да? Прыжку убивают, да? Нарейтис готов? Так, все заходим за линию. Все, что-то проблема с маной. Что делать? Подумаем. Гелд, начинай. Да, Войд начинает. Ты что-то говоришь постоянно у меня? Я не знаю. Он просто подумал, что ты первый. Ты, наверное, просто когда заходишь во тьму, кидаешь еще быстрое восстановление, по чешку всех пытаешься задудать. У меня нет чешки. Не? Проблема в символе вот этого быстрого омоложения, который, блядь, забирает всю ману. Чем он у тебя забирает ману? Ну, он уж быстрее протикивает. Кольцам чаще больше. Лизнит эта метка. Наоборот, это лучший символ для десятки. Милики отошли в квадрат. Черный лимон, метка. Метеор, убежали. Юве, ты сейчас заходишь во тьму, ты понял? Только заходишь okay. После БДК. Диплом, выноси метку. Четвертой пати, потом будем бить кружок. Огненный мяу, стоп, не агро.
Аллах Акбар, поднимай огненного мяу. КД 40 секунд. Ник. Никон, поднимай огненного. Вставай и заходи во тьму, прохильте только. На пула, наверное, нету. Плохо. Да, там только Вагера напуливает. Это чё, дамаги? Хант. Какой там хант? Ну, короче, плохо. Пиздец. Сложно с одним ром, но ладно. Почему я не играю за ханта? Когда можно зайти? Лезвие сейчас. Так. Заходите. Сейчас будет лезвие с меткой одновременно. Блин, мы теряем один дополнительный БР и... У нас остался всего один БР. Должно быть три. Графита с СКД? Да, 8 минут. Новый. Супер. Гьюэ, видишь, как выносят метку во время лезвий? Смотри внимательно. Гутербол метка. Так, сейчас будет выход на третью фазу. Кива, да, выноси метку назад. Что ты говоришь? Я ничего не говорю. Выходим в свет. Становимся всегда в квадрат. Кива, выйди в свет. Кива, ты тут? Давайте рост. Ну что такое? Ты не запомнил, что ли? На Рексе вставай назад метку. Так, побежали метеор. Смотрим внимательно за лужи. ДД бьем большого голема. Во тьме даем рост. Лужи текут нормально. Почти нормально. Встали в квадрат. Графит, выноси метку. Напуливай гетто трэш. Играйте большого голема. Огненный мяу, следи за агро. Черный лимон, выноси метку. В свету бьем только трэш. Джерриан метка. Ебать. Что там? Надо, наверное, прожиматься, когда друид несет. Ой, друид шаман. Что? Покажите, что там по хилу было. Да, короче, ну если честно, и она себя не хилила, когда метку не несла. Не он. Она тоже там, ну, на грани смерти была. Обоих пытался выхилить, чуть-чуть Войда не дохилил. Зачем полный отчет? Это один бой у меня, я каждый бой выбрасываю. Так у тебя из тьмы ж. Или во тьме там проблема была? Потому что все тут тоже человек попал. Ну там во тьме умер. Это не вина кота. Лучше бы ты снял с кота на числа хантов. Давайте ей попробуем объяснить гетто. Ты слышишь меня, гетто? Смотри. Когда падает метеор, ты вот перебегаешь на другую сторону, нажимаешь с босса Escape, выбираешь в таргет Джерриона, протопаладина, вешаешь на него на пул и считаешь до трех примерно, и после этого начинаешь стрелять градом стрел, примерно перед рейдом. Ну ты смотри, откуда больше часть големов идет. И все, они все будут на протопаладине, это легко сделать. Извините, ребят, мне нужно идти, сейчас носок на плесна зайдет. Давай. Как быть в такой ситуации, если Хан пишет, я так и делаю, но вроде бы так и делаю.
Сейчас будем на везение убивать и... Сейчас. Окна, сделай мак... Ну, у тебя же макросом ты напуливаешь. Хан. Только эскейп может... прожимай от босса. Знаешь, типа, она может напуливать макрос. И, типа, на пул уходит в Халиона, потому что автоматическая атака туда летит. Дима. Чё? Это у меня баг или я не вижу на тебе неистовство? Так и мы еще ничего не бьем. Ну ладно, было бы забавно. Давайте посмотрим. Он разве скидывается при смерти? Да, скидывается. Че думал, что остаются? Ну это ж нормально, 412к по этому трэшу до третьей фазы. Или не? Ладно. Публик. Ладно, все готовы. Давай, начинай, будет. Кто дает? Слышали его? Попробуй не во время перебежки кидать, а немножко позже. Потому что он у тебя, скорее всего, спадает на пол. Да, я вижу после метеора на пол. В смысле, это херню, этот баф. Трэша ж еще нет. Смотрим лужи. Сейчас пойдет трэш. Катаран. Ну не знаю, град стрел прошел как-то не очень. Или мне так кажется. Попал куда надо. Хотя это может и за лужи. Жаль, метеор. Я по-прежнему не вижу неистовства на нем. Вот есть смотрим. Да, здесь есть. Было. А, он только что сейчас включил. Нет, да было до этого, я смотрел, чего позади. Ладно, я пошутил. Вот, сейчас на пул. Ну вот, сейчас был град стрел. Как раз там, где надо. Не надо, неистовство включается скриптом в бою, так что не надо тут базарить. Правда. Я говорю, у меня нет интернета, до сих пор смотрю на тебя. Вот, заходи, прожимайся. Сейчас отображается. Странно, короче. Давайте эти прыжок побьем. Когда можно зайти? Без. А сейчас закончились, да? Да, да, да. Да, давайте заходим. Рама дисполитен, да, крайне добегает. Да. Дисполите на краю, пожалуйста. Да то всех притянет этого. Щит и тотем на ману, давайте. И гимн. Давайте, пожалуйста. Ну давай, этот тип капнул сейчас гимн на ману, когда закончится лезвие. Холи Пау, поставь, пожалуйста, Пауэрс Саботача, это уже ставит тотем защиты от огня. Зачем это? Да, в свету зачем это света чуну? Пусть лучше тотем, от огня. Тотем на ману. Не всякий. Я мастер пожимаю. Когда он дышит. Прожимай на 60 лучше. Хорошо. Так, графит, выноси. Ладно, есть. Так, выходим в свет. Кьювая, выходи в свет. Кьювая, видишь квадрат возле портала? Давайте, рост в свет. Дали квадрат. Все равно будет, что Холи Прист хилит великим исцелением? Нет. Хотя, если танка, то да.
Слишком они хилит. Ну да типка метка. Бежали. На танке метеор, смещаемся в квадрат. ЮВ, квадрат. Видишь, где квадрат? Смотрим лужи. Лужа течет в рейд. Коварная лужа. В квадрат встали. Давай на пол гетто. Рост во тьме. Давайте рост во тьме. Бьем большого голема РДД. Захиль протопала частицу на гелда. Помогайте мелкий трэш сливать. Не вижу лужи, ЮВ. Побежали метеор. Квадрат. Дыхание идет. Пока в Халиона играем, свет. На Рексис мы на семетку. Опять на пуломет. РДД большого голема. Быстро. Трэш медленно почему-то идет. Большого голема сыграли. Джерриона захиливай. Никон, выноси метку. Прожми дубовую кожу. Никон, поднимай огненного мяу. Сразу поднимай, не беги. Подними огненного мяу. Вставай сразу, побежали метеор. Вставай быстрей. Вставай, под спринтами убегает метеора. Смотрим лужи. Нормально. Soulfire, выноси метку. РДД сыграли большого голема. Выноси быстрее. Захилите Soulfire. Soulfire захиливай и Джерриона. РДД большого голема. Да. Пою гимн на ману. Блять, не пою уже гимн на ману. Полиплист кинул дух Ретрику, который выносил метку. Тьма, стопайте, дамаг, побежали метеор. Джерриан, прожимай сакру. Новая капля и на гелда. Стоп ДД. Стопай, дамаг. Бою гимн на отхил. Вообще не бейте. Тут типка, пой гимн на отхил. Пися, дай Эршаму возложение. Большого голема, РДД сыграли. В каком Эршам? Ну у тебя что, много Эршамов? Гетто метко выноси. Коли упал, захиливай гетту, частицу на гетто. Я не знаю кому. Сыграли в Халиона, свет. Метеор побежали. Помогай бить взрывом разума. Стоп. Маны коли упал. Лужа течет в рейд. Дотутипка выноси метку. Ну, потерпи немного, осталось немножко. Большого голема мы сыграли. Кинс Джерриона. Стопайте по боссу в свету, добейте трэш в свету. Помогите мелкий трэш слить. Опять светодар выноси. Захилю тебя. Все, добивайте Халиона. Встали в квадрат, ЮВ в квадрат встали. Бежали, далеко бежи. Лужи, нормально, лужи, графит выноси метку. Блять, вообще потно было. Видимо, носку не дали то ли кнопки настроить, то ли что. Просто я забыл фрейм включить, Рома говорит, дай что ману там это возложили. Я и он еле-еле гомеопатия догнал вон гаттербола, который в свету был. Ребят, если что, сори, я просто там с нормальными пацанами не ходил. И у вас еще не знаю. Чутка пару рейдов похожу, будет получше. Так, тут так, нету нормального. Какое исцеление, тут поглощение еще надо показывать. Да, кстати, покажи поглощение.